про політичну ситуацію у світі. Далі говоритиму із Андрієм Бузаровим, міжнародним оглядачем. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, здравствуйте! Отже, давайте підсумуємо. В Естонії завершилися парламентські вибори. Очікувано, лідером голосування стала партія реформ, прем'єр-міністерки. Але чимало голосів отримала і партія ЕКРЕ. Чим можна пояснити їхні, те, що вони набрали стільки голосів, аби опинитися на другому, на другій позиції? Як пояснити це настроями в суспільстві, знаючи позицію ЕКРЕ до України і до підтримки військової України? Я думаю, что не нужно путать социально-экономические проблемы, которые есть, и это логично, во многих странах Запада и Европы, в США в том числе, с тем, как использует российская пропаганда данные тенденции. Она их объясняет как антивоенные, соответственно, пророссийские. Я несколько месяцев назад брал интервью у бывшего президента Эстонии, у Кэрсти Кальюлайд, и убедился в том, что независимо от того, какая партия у власти в странах Балтии, то есть институциональная поддержка Украины. И вот эти вот политические разногласия внутри страны, они касаются прежде всего социально-экономических проблем, которые есть, и их все признают. Но это не пророссийскость, это не пророссийский взгляд. Это не влияние российского лобби, ну, глобальное, скажем так, его нет. Это не изменение настроения. Поэтому институциональная поддержка со стороны Эстонии, независимо от парламентских раскладов, скажем так, она будет продолжаться. Это касается Латвии и Литвы. И это общая тенденция среди стран Балтии. Ну, я так розумію, що впливає ще те, що вони просто наступні, і загроза російського вторгнення далі може загрожувати їм. Тому їм немає резону просто не підтримувати Україну. Але от ви сказали за проросійськість, а от як вплинув на голосування скандал з Пригожиним? Тому що експерти казали, що вони втратили якраз ЕКРЕ через цей скандал. Нагадаю, йдеться про інформацію, оприлюднену виданням «Політико», що вони отримали внутрішні документи ПВК, які свідчили про наміри Пригожина втрутитися в політичні процес і підтримати ЕКРЕ. Що ви про це думаєте? І от, чи забрало це голоси? І навіщо це Пригожин? Ну, на сьогодні було підтверджувати те, що він співпрацював з цією партією. Смотрите, я как человек, который бываю по гуманитарным различным миссиям, занимаюсь гуманитарной деятельностью в странах Балтии, в Литве в частности, и вообще в целом я могу вам точно сказать, что любая связь политиков с Эстонией и вообще стран Балтии с Россией в каком-либо формате, будь то формат экономического сотрудничества или вот то, о чем вы говорите, фактически такого полувоенного, наверное, политического сотрудничества, это крайне негативно сказывается на имидже политиков из Эстонии и в целом стран Балтии. Я специально немножко расширяю географию, не только говорю об Эстонии, а в целом о странах Балтии, потому что уровень поддержки с этих стран по отношению к Украине к нам он одинаковый, он глобальный на самом деле. То есть Эстония дает 2% от ВВП собственного поддержки Украине в экономическом плане, а Литва и Латвия больше 1%. Это огромная, огромная помощь идет нам. То есть вот эта связь с Россией, она обязательно будет вызывать негатив со стороны общественного мнения, со стороны государства в целом. Поэтому связь с Пригожиным, она, безусловно, очень сильно повлияла на репутацию соответствующих политиков. І тоді давайте перенесемося в інші дві країни. Це Польща і Німеччина, які почали конкурувати за допомогу, навколо допомоги Україні. З одного боку, це добре, конкуренція породжує позитивний результат для нас. Але з іншого боку, от звідки корені цієї суперечки? Тому що Польща звинувачує Берлін, надавши нам танків старшого покоління, що Берлін не надає запчастини, а Берлін навпаки там заперечує це і Польщу звинувачує. Про що це сигнал, що відбувається? Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас в Европейском Союзе помогать Украине модно. Это тренд, это бренд. Я когда был на Мюнхенской конференции по безопасности, ну, поддержка поляков нас, она исторически присутствует, и она очевидна во многом и логична. А вот поддержка со стороны Германии за последний год, она претерпела определенную эволюцию, начиная там с касок, в первые месяцы войны, заканчивая уже более серьезной военной, глобальной поддержкой. Я брал интервью у руководителя
оборонного комитета Бундестага, госпожи Штрек Циммерман. И вот она как раз сделала на это акцент, что в начале, в первые месяцы войны, сложно было убедить общество и часть там, консервативных кругов в том, что нужно более эффективно помогать Украине. Сейчас это легче делать, и даже многие партии поменяли свою точку зрения немецкие и помогают более активно Украине. Поэтому, вот вы как правильно сказали, наверное, Германия пытается наверстать то, что она упустила за последние полгода, и пытается более эффективно помогать Украине в плане поставок оружия. Но я честно вам скажу, мои личные ощущения, еще немецкое общество и часть элиты немецкой не до конца стала понимать серьезность ситуации, происходящей в регионе в целом, ну, в частности в Украине. Поэтому я думаю, еще полякам нужно подучить немцев о многих угрозах, я бы так сказал. Тоді на що вказують наміри, озвучені німецьким концерном Rheinmetall, збудувати в Україні танковий завод? Що це за сигнал, для кого? Знаєте, в першу чергу, враховуючи те, що на ньому, як заявило керівництво, планують виготовляти нові танки «Пантера» 400 на рік. І у порівнянні з РФ, які випускають на рік, якщо не помиляюся, 100-150 одиниць, то це вражає. Що как гражданин Украины, как международный обозреватель, я бы хотел, чтобы у нас не только Польша и Германия, но и другие страны участвовали в поддержке нашего ВПК. Поэтому я бы не воспринимал вот эту вот тенденцию, да, как, может быть, не очень хорошую тенденцию. На самом деле это большой плюс. Германия, если такие намерения заявила и задекларировала, она будет это делать. Это отличительная черта немцев. Они если что-то говорят, они делают. Если они не могут что-то делать, они не говорят. Это принцип их внешней политики, да и вообще личного отношения. Поэтому мне кажется, что если Польша и Германия и другие страны, это очень важно. Мне кажется, Германия дает сигнал Европейскому Союзу, всем странам Европейского Союза, подчеркиваю, что надо помогать. Сначала этот сигнал сделали США по приезду Байдена в Украину, потом грамотная политика нашего военно-политического руководства президента Зеленского, дипломатия с Европейским Союзом, с каждой страной по отдельности, удалось выстроить, скажем так, определенную коалицию. И вот сейчас уже европейские страны начинают подтягиваться и участвовать в поддержке нашего ВПК, а не только в поставках продуктов или каких-то там других, допустим, не менее важных, но не настолько существенных сейчас для нас об'ємів гуманітарних воєнних поставок. Тому ця тенденція хороша. Пане Андрій, я б додала, що це прекрасна тенденція, хоча б тому, що навіть якщо цей завод побудується довгострокова перспектива, на цю перспективу вже відреагували в Кремлі. Дуже так видно, що вони нервуються, вони почали погрожувати. А це перша ознака, що вони цього бояться. Я вам дякую за розмову. Це був Андрій Бузаров, міжнародний оглядач.